проигрыватель компакт-дисков, CD-дисков Technics SLPG380A. Значит, производство Made in Germany, Германия. Вот. Не захотели они у себя на острове его делать, отдали немцам. Но ничего плохого не скажу. Пионеры тоже собирают в Великобритании. И он от этого не является Sony. Так, Technics, значит, состояние у него очень хорошее. Крышечка в отличном состоянии. Все надписи целые. Беда у них, вот протираются вот эти все надписи. Включаем дисплей, очень яркий. Выдвигаем лоток. Пульта, к сожалению, у меня к нему нет, поэтому все ручками. Значит, проверять будем вот на таком диске CD-R. Заляпанный, коцанный, моцанный. Вот, загружаем. Вот. Он считал 11 тем, 75 минут, 16 секунд, да, длинные темы. Значит, здесь есть все как не как у всех, вот здесь есть пиксерчик, кнопочка. Ну, а так как у всех повторы, переключения треков, там всякие шофл, муфл, программирование, все это есть. Значит, вот пиксерчик, такая кнопочку нажимаем, он побежал калибровать головку, как я говорю. Ну, считывает все песенки по одной. Подгоняет под свой стиль головы запись на этом диске. Вот так вот он будет ее считывать. Темы длинные, поэтому я не буду. На этом все. Значит, включаем play. Ага, чуть подскакивает. Выход у него только один, аналоговый РЦА, питание 220 вольт, съемный кабель, восьмерка. Вот так вот выглядит шильда, что сделано в Германии. Вот такой у него серийный номер, вот такое у него состояние. В общем, все работает.
читает минусерки, корябаны. Значит, нормальное будет, тем более читать на ура. На этом все.